что? Пришли просить вас, чтобы вы заступили за наших мужчин, чтобы вы нам помогли. Потому что наши ребята здесь уже год. Они заступают за нашу страну уже год. Никаких вопросов. Давайте. Их же должны поменять. Сейчас, одну минуту. Мы договоримся. Вами спокойно примем, обсудим. Мы каждый день помогали. Мы только что отправили 118-й конвой. Мы им каждый день помогали. Я за, но если нацисты в МПРС победят, тогда ни вам, ни нам, никому жизни не будет. Не будет, нет. Это... После ранения он отправляется обратно. Я извиняюсь, я готов с вами разобраться. Готов. Давайте в сторонку пойдем. Ой, зачем? Ребята, вас надо на Украину отправить. Там бьются бойцы наши. А вы тут бьете нас. Я не против СВО. Я против того, что ребята постоянно там. Мой муж после ранения находился в госпитале. Он у меня сейчас дома. Вот на 30 дней реабилитации нам дали. Дело в том, что ребята после выздоровления опять же едут туда. Храмы и косы. Никто этого ВВК нормально не проводит. Они просто прошли, а сказали им, какой у них диагноз, и отправили обратно. Я, конечно, все прекрасно понимаю, но неужели в нашей стране нет здоровых ребят? Почему должны? Ранили, вернулись, ранили, вернулись. Я считаю, что все должны попробовать и все должны сходить. Если это мобилизация для всех, соответственно, все должны быть там. Вот и все.